хотели. Расскажите, пожалуйста, что вы делали в момент взрыва и сильно ли был? Только прилегла на диван. И слышу такой взрыв. И тряхануло. Комната тряханула, дом просто. Я напугалась. Меня затрясло, я подскочила сразу к окошку. Думала, что где-то может быть это. В окошко посмотрела, ничего нигде нету. Думаю, значит, с этой стороны и с другой стороны. Я постучала соседке. Люда вышла, говорит, что случилось? Я говорю, взрыв был. Но она говорит, в нашем подъезде, я говорю, дым, стоит дым сизый. В нашем подъезде я железную дверь приоткрыла, сизый дым, дышать нечем.